На картошку копали, сегодня нас на войну отправили. Никакой не подготовки не... Вон пацаны сидели в пункте временной дислокации, 400 человек разом накрыли. 400 мобилизованные. С одного города, в городе траура. Вчера вертушка по нашим позициям, наша же вертушка. Прикалываются, что ли, урод? С танка 3 раза по нашим позициям, тоже перепутали координаты. Я уже 2 раза под танковым обстрелом был, минометным обстрелом, и с автомата чуть не за... Твои же. Пошли за водой, твой же чуть не застрелил очередью в нашу сторону. Синий. Да ты спать ложись в натуре и думаешь, проснешься ты завтра, не проснешься. И больше всего потом тебе приезжает психолог и говорит, ему задают вопрос, а почему мы тут, оно и такая. А я вам, говорит, больше скажу, вы никто, говорит, вы просто у вас запас. В случае чего вас тогда двинут, тогда вы будете... Вы, говорит, даже можете... Вам еще надо доказать, что вы участники боевых действий. Это какой-то... Со всех сторон. На передок бросают, не экипировки. Передок бросают. А у нас ни ночника, ни ночника, ни... У меня вот автомат и 5 магазинов больше нет. Бронежилет 4-го класса, который осколком прошибет. Но наколенники, каска и очки. Вообще все прям валят конкретно. У кого дети были, кто отказ записал, чтобы сюда поехать. Все уже пишут обратно бумаги, чтобы уехать отсюда.